Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале CG Magazine вместо стрима с судьями, где они разбирают работы, прошедшие за неделю. Вот такой вот видос, потому что мы перенесли полуфинал на следующую неделю, который, кстати, стартует вот уже завтра. Обязательно посмотрите стрелки, которые будут, которые остались. И вместо этого стрима, собственно, у нас вот этот видос, где я зачитаю комментарии от судей, которые они оставили на работы Амана Реджепова и Сергея Маслова. Давайте для начала посмотрим на работы, и потом перейдем к комментариям, чтобы вам не пришлось туда-сюда, бла-бла-бла, тоси-боси. Итак, работа Амана. Вот такая вот реклама Потмастиндера. Переходим к работе Сергея Маслова. Вот. В полный экран я вам покажу. Задержусь на какое-то время, чтобы вы могли рассмотреть. Итак. Думаю, если кому-то понадобится рассмотреть поподробнее, можете нажать на паузу или типа того. Так, переходим к комментариям. Так, первый комментарий. Мне тут достаточно сложно оценивать и сравнивать с точки зрения наших базовых параметров. Тема, техника, эстетика. Но я попробую. Серега может выдать картинку еще круче. Что-то, видимо, пошло не так. Очень випово. Если не смотрел стрим, то сначала бы подумал, что картинка про ведьм и средневековье, а не про современный феминизм. Лично мне смысл не так просто открывается по сравнению со второй работой. У Амана отлично, что есть анимация, все же батл моушен дизайнеров. Жаль, что дальше задело на будущее, слэш, аниматика не пошло, так как само по себе наличие анимации не является техничностью. Возможно, стоило подсократить хрон и сделать упор на проработку техники внутри сцен. Понравилось, что историю Амана все же легко читается, заюзаны разные стилистики, но не хватает фишечки, техничности, проработанности в анимации. Голос все же за Сергея. Надеюсь, увидеть его в полуфинале. Так, следующий комментарий. За Амана. Побольше понравилась композиция. Наверное, из-за того, что я не понял, что там горит, что там горит-то в целом. Не уловил идею Сергея. В скобочках хорошо, что скинули. А у Амана все понятно. Плюс техническая и композиционная составляющая у Сергея мне не понравилась. Пустовато, недоделано, будто материалов. Недоделано, будто материалов. Филы зарезаются, плакаты повернуты так, что еле видны надписи и изображения на них. Дальше. Я проголосовал за Амана. Несколько устал уже от всех этих темных 3D стилшотов. Не могу также сказать, что сама картинка с вилами вызывает много эмоций. За посыл, безусловно, плюс. Отсылки в работе кайф. По исполнению плюс у Маслова. У Амана, я считаю, анимация это плюс. Да, она супер простая, но есть история. Там даже карты ебутся. Чувство юмора это плюс. Тема обыграна отлично. И даже музыка подобрана таким образом, что есть начало, середина и отбивка в конце. Так что за идею точно сюда. Не могу сказать, что по эстетике я склоняюсь к той или иной работе, так что для меня 1-1 у парней, но по мелочам у Амана будет 1.01. Что-то в этом духе. Отдаю голос за Амана. В прошлый раз со стрелкой с участием Маслова все было однозначно. Хорошая композиция, понтовые материалы, хороший объемный свет. Был воздух, был посыл, было просто стилево. Такое было не грех положить в портфель и в инсту. Сейчас работа выглядит сырой по сравнению с тем, что он обычно выдает за короткий срок. То ли тема не та, то ли что-то пошло не так, и где-то Сергей сбился. 1 плюс 100 пудовый – это хорошая идея.
По остальным критериям это не то, за что я голосовал бы. У Амана есть юмор, есть история и анимация, пусть и простая, меня купила со всеми потрохами. За 2 часа выдать такой объем контента – это очень здорово. Аман для меня в этой схватке явный фаворит. Чувак сделал моушен, прорендерил 3D-анимацию, накинул визуальные шутейки и попал в тему. Найс! Если говорить об эстетическом восприятии, то мне обе работы не понравились, но в остальных сегментах Аман, на мой субъективный взгляд, является победителем. Так, и последний комментарий из тех, которые написали, но его попросили прочитать 2, а потом и 3 раза, так что я это и сделаю сейчас. Секундочку. Итак, неоднозначный выбор. Конечно, от Сергея обычно все ждут большего. И я, честно, ждал его схватки с Русановым где-то ближе к финалу. Но в этот раз мой голос за Амана. По технике в этот раз оба участника далеки от совершенства. У Сергея что-то не то с крупностью кадра. Вот это тот самый случай, когда либо крупнее в полноценный клозап, либо вообще, а получилось ни туда, ни сюда. Отчасти из-за этого кадр стал менее выразительным. Отсылка к горячим бюстгальтерам отличная, но есть ощущение, что просто не хватило времени доработать. У Амана же все вроде бы просто и понятно, но это и подкупает. Реклама Тиндера для карт, окей, забавно. История хоть и простая, но законченная. Плюс, наконец-то кто-то справился с анимацией за 2 часа. Не зассал, сделал. За это плюс в общем зачете. Здесь я сделаю маленькую ремарочку, что у нас самая первая стрелка, там тоже Константин справился с анимацией за 2,5 часа. Далее. Кстати, реклама Амана реально вполне себе. Не хуже Вада-Вада, денег надо. Играй Вада, Вавада, Вавада, сори, Вавада, да. Я бы кликнул на это из любопытства. Просто камон, он за 2 часа собрал иллюстрации, шрифты, композиции, заанимировал кучу ключей, там 2D, 3D, выбрал треки, отрендерил все. Да, результат сырой и по таймингам, и по наполнению. Да, по всем фронтам, но серьезно, я порой 2 дня только треки могу выбирать. Понятно, что подготовился заранее, это и круто. Второй раз. Неоднозначный выбор. Конечно, от Сергея обычно все ждут большего. И я честно ждал его схватки с Русановым где-то ближе к финалу. Но в этот раз мой голос за Амана. По технике в этот раз оба участника далеки от совершенства. У Сергея что-то не то с крупностью кадра. Вот это тот самый случай, когда либо крупнее в полноценный клозап, либо вообще, а получилось ни туда, ни сюда. Отчасти из-за этого кадр стал менее выразительным. Отсылка с горячим бюстгальтером отличная, но есть ощущение, что просто не хватило времени доработать. У Амана же все вроде бы просто и понятно, но это и подкупает. Реклама Тиндера для карт, окей, забавно, история хоть и простая, но законченная. Плюс, наконец-то кто-то справился с анимацией за 2 часа. Не засал, сделал. За это плюс в общем зачете. Я снова сделаю маленькую ремарочку, потому что у нас уже был человек, который справился с анимацией за 2,5 часа, это Константин, в первом батле. Кстати, реклама Амана реально вполне себе. Не хуже Вавада, денег надо, играй в Вавада. Я бы кликнул на это из любопытства. Просто камон, он за 2 часа собрал иллюстрации, шрифты и композиции, заанимировал кучу ключей, там 2D, 3D, выбрал треки, отрендерил все. Да, результат сырой и по таймингам, и по наполнению. Да, по всем фронтам, но серьезно, я порой 2 дня только треки могу выбирать. Понятно, что подготовился заранее, это и круто. Итак, третий раз. Неоднозначный выбор. Конечно, от Сергея обычно все ждут большего. И я честно ждал его схватки с Русановым где-то ближе к финалу. Но в этот раз мой голос за Амана. По технике в этот раз оба участника далеки от совершенства. У Сергея что-то не то с крупностью кадра. Вот это вот тот самый случай, когда либо крупнее в полноценный клоузап, либо общее, а получилось ни туда, ни сюда. Отчасти из-за этого кадр стал менее выразительным. Отсылка с горячим бюстгальтером отличная, но есть ощущение, что просто не хватило времени доработать. У Амана же все вроде бы просто и понятно, но это и подкупает. Реклама Тиндера для карт, окей, забавно. История, она хоть и простая, но законченная. Плюс, наконец-то кто-то справился с анимацией за 2 часа. Не зассал, сделал. За это плюс в общем зачете. Я снова сделаю эту ремарочку, потому что у нас был человек, который справился с анимацией за 2,5 часа, и это Константин в первом батле. Кстати, реклама Амана реально вполне себе. Не хуже Вавада, денег надо, играй в Вавада. Я бы кликнул на это из любопытства.
Просто камон! Он же за 2 часа собрал иллюстрации, шрифты и композиции, заанимировал кучу ключей, там и 2D, и 3D, и треки выбрал, и отрендерил все. И пусть результат сырой, и по таймингам, и по наполнению, по всем фронтам, но серьезно, я порой 2 дня только треки могу выбирать. Понятно, что подготовился заранее, это и круто. Вот такие вот у нас комментарии к работам, давайте снова их посмотрим, я прям здесь покажу работу Сергея Маслова. Смотрите на нее, поставьте паузу, если вам надо посмотреть. Можете там Ctrl колесико покрутить, приблизить. Я не знаю, работает ли так на YouTube. А можете зайти на ВК и посмотреть там эти работы, они скинуты. И еще раз посмотрим рекламу Potmos Tinder от Амана. Просто потрясающе, не знаю как вы, а я в восторге от обеих работ. Ну что ж, кто же победил? Победил со счетом 8-7 Сергей Маслов. А мы ожидаем его в батле уже завтра против Алексея Михайлова. Примерно 7 часов на канале CG Magazine. В завершение этого видео хочется еще раз поблагодарить наших спонсоров, или правильнее, как мы сейчас поняли, наверное, партнеров. Это курсы от Воллицы и Solo Farm, это рендер-ферма, не сеть аптек, как кто-то подумал. Вот, ребята предоставили нам призы в призовой фонд, и большое им спасибо за поддержку всего этого мероприятия. Также огромное спасибо нашим патреонам, с которого мы, кстати, и берем стартовые $100 на призовой фонд участникам. И большое спасибо всем, кто донатит на стримах, всем, кто делится этой стрелкой с друзьями, всем, кто поддерживает нас информационно, вот эти репосты, лайки, комментарии. Нам все это очень приятно, участникам, я думаю, тоже это очень приятно, потому что чем больше людей смотрят на стрелку, тем, конечно, волнительнее, но тем слаще победа. И stay tuned, ставьте лойсы, бейте в колокольцы. До встречи на CG Magazine. Пау-пау, пу-пу-пу.